До начала матча остались считанные минуты, и эта игра может стать чемпионской. Для этого нужно побеждать. Будем смотреть. До стартового свистка остаются считанные минуты, и за игрой сегодня будем следить я, Георгий Черданцев, а также мой коллега Константин Генич. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Надеемся на увлекательную игру сегодня. Сегодня футбольный клуб «Краснодар» встречается с «Уфой». Матч вот-вот начнется, так что давай дадим свои прогнозы, пока есть пара секунд. Мне почему-то кажется, что победят хозяева. Знаешь, а я бы никому предпочтения не отдавал, и мне кажется, будет ничья. Возможно, это один из ключевых матчей сезона, ведь в нем сойдутся два главных претендента на титул. Кто-то из них сегодня неизбежно потеряет очки, а это значит, что к чемпионской гонке могут подключиться и команды, идущие следом. Посмотрим на состав Краснодара. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Смотрим состав Уфы. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Команды начинают эту игру. Поехали. Игбун. Это может быть опасная атака. И туда на дальнюю подачу пошла. Будет угловой. В центр штрафной мяч направо. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал, мяч. Всех опередил он сейчас в штрафной соперника и без проблем отправил мяч головой в сетку. 1-0. Сейчас будет веселее. Андреас Гранквист. Пока неплохо. Удар! Опасно! Судья показывает, что будет угловой. Какой удар! В левый верхний. Потрясающее исполнение. И прямо в центр штраф. Голкипер отбивает мяч. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Ари. Маурисио Перейра. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Маурисио Перейра. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Игбун. Нет, не дошел этот пас до адреса. Отлично сыграно, надо решать. Юрий Газинский. Вот это удар! Сейчас надо сравнивать! Мимо цели. Такие моменты нужно забивать. Это была замечательная возможность сравнять счет. Игбун. Алексей Никитин.
Это может быть опасно. На дальнюю подачу. Он бьет головой и забивает. Удар головой, и это гол. Потрясающий удар головой. Великолепный гол. Великолепный удар головой, и такие обычно не берутся. Да, и в общем-то отличное исполнение, без шансов для голкипера. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Юрий Газинский. Андреас Гранквист. Каборе. Ну что, вот судя по сегодняшнему матчу, первое место этой команды вполне заслужено. Согласен, Константин? Да, безусловно. Все-таки количество очков, которые они набрали в сезоне, оно говорит само за себя. Краснодар будет вбрасывать мяч, и до ворот совсем недалеко. Ари. И на дальнюю летит мяч. Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно, не смог он как следует пробить головой, и получилось, ну, то, что получилось. Игбун. Посмотрим за этой атакой. Атака остановлена, но кто получит мяч? Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Маурисио Перейра. Юрий Газинский. Мяч в зоне атаки. Тащит. И как пробил. Не попадает в ворота игрок. Да, и пробил он со слабой ноги. Неудобно ему было, конечно. Но настоящих универсалов двуногих единиц вообще в футболе. В мини-футболе такой удар называется каблук. Это может быть опасная атака. Мяч покинул пределы поля. И пробил. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Он бьет. Хороший удар, но каков защитник, а? Угловой удар, мяч у Краснодара. Мяч летит в цель. Шарль Каборе. Плохо подан угловой, мяч у вратаря. Это угловой. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Это по воробьям куда-то. Да, не удалось ему пробить прицельно. Мяч от головы просто отскочил куда-то непонятно. Перейра. Это может быть опасно. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Продолжает идти вперед. Обыграл как дерево. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Отлично сыграно, надо решать.
Так, и это удар. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Судья добавляет 3 минуты. Нет, не дошел этот пас до адреса. Пока неплохо. Тащит вперед мяч. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Любимый счет Бориса Александровича Майорова. 2-0. Завершился первый тайм свистком арбитра. Уходит команда на перерыв. Что скажешь о лидерах, Константин? Ну а что тут скажешь, Георгий? Если они и второй тайм проведут на таком же уровне, то победитель в этой встрече известен. Хороший созидательный футбол показывает команда. Все логично. Краснодар только что разыграл мяч, и второй тайм начался. Тут может что-то получиться. Как вариант продолжения напрашивается передача. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Решил пробить. Один мяч можно отыграть. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Дмитрий Стоцкий. Это может быть... Какой удар! Мяч уходит на угловой. Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. Мяч летит в центр штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверенно. В первом тайме все было замечательно. Он и сам сумел отличиться, и его команда выигрывает счет. И во втором тайме надо продолжать в том же духе. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. И снова точно партнера отдает он мяч. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Посмотрим за этой атакой. Какой-то, знаете, между собой. Дмитрий Стоцкий. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. И как опасно пробил. Удар, перекладина и гол. Всегда эффектно смотрится, когда мяч влетает в ворота рикошетом от перекладины. Согласен. И вот посмотри, в какой-то момент показалось, что мяч отскочит в поле. Но он все-таки взял и пересек линию ворот. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Андреас Гранквист. 2/3 матча сыграно. Последние полчаса игры смотрят. Игра остановлена из-за нарушения. И тут ситуация вполне на предупреждение. Два новых футболиста этой команды готовятся выйти на поле, причем выйдут они одновременно. Какая комбинация! Жозиньо! Чуть-чуть точности этому удару не хватило. Да, мяч прошел совсем рядом со штангой. Хорошее ударное исполнение, но чуть-чуть неточный.
Отлично сыграно, надо решать. Ну что, игрок обороны здесь оказался в нужном месте и в нужное время. Ари. Надежно играет защитник, атака прервана. Грамотный пас, все по делу. Шарль Каборе. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Мяч в зоне атаки. Такие передачи. На секунду бы попозже начать это открывание, может быть, и не было бы офсайда. Была возможность обострить игру, но вне игры. Дмитрий Стоцкий. Основное время истекает через 20 минут. Шарль Каборе. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И как пробил. Это совсем не опасно. Сильно мимо. Не получился у него удар. Он хотел пробить на технику. И техника его тут явно подвела. Алексей Никитин. Азамат Засеев. Это может быть опасно. Игбун. Мяч летит в сторону ворот. Команда готовится подать угловой. В центр штрафной мяч. Опасный момент. Удар головой был. Хотя и с трудом, но все-таки справляется голкипер. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. И все еще опасно. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Жозиньо! Нет, я вам скажу, что такие возможности надо использовать. Выйти один на один и упустить момент, вратарю там и работать-то не пришлось. Дмитрий Стоцкий. Это может быть опасная атака. И пробил! Какая досада. Так стремительно ушел в отрыв и не смог поразить ворота. Защитники словно застыли на месте и молча наблюдали, чем закончится этот проход в штрафную. К сожалению, подвела реализация. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Игбун. Что-то фанаты хозяйской команды поутихли. Игру соперник контролирует. Да, когда твоя команда уступает по всем статьям, тут явно не до веселья. Тут может что-то получиться. И удар должен последовать. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Тут может быть опасно. Здесь он попадает под прессинг. Решил пробить. У нас угловой. И в центр штраф. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. 3 минуты добавлено к основному времени. Шарль Каборе. Защита первая на мяче, вынос. Стали лучше.
лучшими в этом сезоне. Дорогие друзья, только что на ваших глазах эта команда, вот эти вот парни, поставили точку в чемпионской гонке этого сезона. Ну и не важно, что трофей будет вручен не сегодня, они еще сыграют дома, и церемония пройдет там. Важно то, что они уже чемпионы. Да, команда великолепно провела сезон, и, наверное, немного жаль, что они стали чемпионами не на своем поле. Но я думаю, ни игроки, ни тем более болельщики сейчас об этом не думают и не жалеют. Они победили, они лучшие.